Добрый день, дорогие друзья, а вернее зомби! Сегодня мы с вами будем изучать движение и походку зомби. Представьте, что вас убило 24 часа назад. Вы в полнополном расслабленном состоянии, видите только свою жертву, не разговаривая, глаза смотрят четко на нее. Шея расслаблена, все мышцы расслаблены, глаза с поволокой, и движение у вас на полном расслабоне, так скажем, да? На расслабленном состоянии. И вы начинаете двигаться к этой жертве. Рот может быть чуть-чуть приоткрыт, тоже расслабленный. И вы идете. Вот сейчас отключи мысли, абсолютно такое дебильное лицо. И вот такое вот, как бы, и вот представьте, что вы сейчас 24 часа отпахали, 48 лучше часов. Вы уставшие. Ноги, я говорю, вот тело, все состояние. Это вот легко представить. Вот такое тело, когда еле уже тащишься, там одна нога вот тащится за собой. Вот это вот руки у вас абсолютно должны быть хаотично двигаться. И вот это вот положение тела, головы, взгляд только. Взгляд должен быть на цель. Нет, эмоции. Вот мысль вообще убери, мысль идет. Во, а теперь пройдись вот немного, да. Мысль идет. Вот. Нет, взгляд должен быть сосредоточен на цели. Одна нога вперед, а вторая расслаблена. Нет, у каждого может быть своя походка, например. Сейчас выберите себе что-нибудь вот. Например, одна нога тащится, да, вот. Как бы прям вообще она у вас отказала. Вот эта сторона у вас отказала, да? И вы вот на одной ноге, взгляд в одну точку. Кто-то на... Нет, ты сейчас робот. Робот. А кто-то, например, может ходить просто вот он. Кто-то рука там идет. На полусогнутых вот как. Вот ощущение должно быть у вас усталости, конкретной усталости. И взгляд, обязательно взгляд на того человека, на ту точку, куда вы хотите пойти, кого вы хотите сейчас съесть. У вас должно быть вот. А взгляда вообще никого. Я вот хочу тебя, например, сейчас съесть. Сейчас, подождите. Сам. И вот идешь, и вот у тебя одна цель. Никаких эмоций, ничего. И вот только до него дошел, начал его сожрать, да. На колени вползти, идти подниматься. Ты идешь, вот у тебя. Во-во-во! Да. Да. Мне уже стало. А вот здесь, когда вы к цели подходите, я не знаю, вы к цели будете уходить или нет. А уже здесь на нее накидываться, уже все, и вы начинаете рвать, не дать и есть. Вот так. Не беги, вот ты весь. Ты ползешь. Ты умер 24 часа назад. И воскрес. Давай. Вот. Да. Во, да, хорошо. Минимум 24 часа назад. Вы должны быть мертвецами. Вот там никаких эмоций нет. Мыслей, ничего абсолютно. Двигайтесь. Кто следующий? Можешь руку выставить вперед там. Идти, да. Она... Вот. Кисть расслабь еще вот это вот. Вот. Во. Да. Вот. Отлично. В конце был прыжок. Прыжка не должно быть. Подползает, ты руками только начинаешь его хватать. Ты глазами хочешь его, а не... Вот. Да, ты ползешь, ты идешь. Еле, вот, да. И вот так. Здесь вот начинаешь. И слишком в конце ноги пошли уже по, так сказать, по танцевальному пошли ноги маленькие. То есть вот это вот движение пошло. Оно неестественно. Вы не должны контролировать свое тело. Ноги не как оно у вас идет, вот. Ты упал. Да. Совершенно верно. Эпохи, конечно. Не думаю, что это будет сниматься на улице, ползти, я думаю, вам... Да, вы просто задача сейчас, вот вы ходите, вы сейчас должны запомнить. Не контролируй себя. Расслабься, вон, чуть-чуть вот так. Вот здесь вот в середине ты прям начал чувствовать себя. Ты воскрес. Рука появилась. Боже мой. Зверь. Объясни себе, почему у тебя рука вот так стоит? Почему? Нахер, да, может сломал.
сломал. Если сломал, либо у тебя ее заклинило или запарализовало, это должна быть неестественная поза. Если ты сломал руку, у тебя вывихнуло. Вот она, да, у тебя впереди. Все, вот это вот. Вот, оставь ее. Кости торчат, мясо везде, кровь. Пускай она будет неподвижна. Выверни ладонь, зафиксируй пальцы в неестественном положении. Выпрями, но пускай это единственная часть будет, которая у тебя будет зафиксирована. Все, а все остальное, и голову тоже вот. То есть здесь нужно привязать носку, да, понятно, что ты будешь. Куда-нибудь, вот. Еще больше вот кисть, да? Руку выпрями, выпрями руку. Расслабь сейчас, расслабь. Выпрями. Открой рот. Подыши. Вот. Нет. Это пьяная девушка. Это очень пьяная. Это пьяная девушка, причем где-то в 4 часа утра. Да, из Атлантиды может быть. Вот. Когда еле ползет, не может, она все равно идет. Ты живая. После степа. Ты абсолютно живая. Да. Твои глаза. Поэтому... Нет, поэтому вот когда вас будут снимать, у вас взгляд должен быть, глаза открытые абсолютно. Это как бы, ну, с поволокой такой, да, но не закрываются, не моргают, ничего. Запомните это раз навсегда, давайте еще раз. Вот, расслабься, еще раз. Открой рот. О, да, да, это в таком состоянии. Еще вот прогнись туда, вот, вся, о, откуши, расслабила, а голова сюда, о, отлично. Медленные маленькие шажки, тебе не нужно быстро бежать к цели, вот все идут средним штемпом. Вставай. Когда идешь, начинаешь делать шаг, у тебя нога хоп выключилась. Шагнула. Хоп выключилась у тебя нога. А ты перекошенная вот туда, да? Хоп выключилась. И прям вот. И корпус тоже подавай тогда. У тебя плечо начинает гулять. Хоп. И вот у тебя начинает гулять плечо. Ну, на расслабленном состоянии. Смотри, фазу. Прям расслабься. Вот это вот у тебя все запряжено, напряжено. Расслабь вот здесь вот. У вас все должно быть расслаблено. Вообще все. Вот, ты должна вот гулять плечами своими. Тогда получится вот это вот. Прям шагаешь на расслабленное колено, выключаешь, идет плечо назад. Шагаешь на расслабленное, плечо назад идет. И вот хоп, два. Хоп, два. И вот оно должно быть. Тебя прям выключило и плечо вместе с этим. Давай. Шею тоже расслабь. Все расслабь. Хоп, выключилась нога. Первый шаг сделала. Вместе со вторым шагом у тебя выключается нога. Дадим паузу, потому что я вижу ноги. Ногу не забирай за себя. Руки расслабь. Все, на каблук. Руки расслабь. Давай. Давай шаг. А он просто обошел, смотри, какой хитрый. Это неправильный зомби. У вас одно имя – зомби. Друг друга пробирайте, не бойтесь, идите. Вот примерно так двигаются омские зомби. Всего доброго!